Ребята, пацаны в покатушке на мопеде. Это такой маленький-маленький мопед, скутер, да? И вот, короче, я добрался почти до места. На таком, вообще маленьком, можно сказать, блин, игрушечном скутере. И сейчас хочу добраться до горы, потому что там вид крутой, чем даже если тут с берега, тут просто вот что вы видите и все, а там другой вид. Так что погнали. Все, бам-бам-бам, кипаса, погнали. А, въезд запрещен? Да я же на мопеде. Че тут, меня кто будет поймать? Че, спросить у пацанов? Че, охрана есть здесь? Нет охраны. Приветствую, ребят. А тут охрана есть, да, или нет охраны? Не видел никого. Вообще никого нет? Понятно, спасибо. Кстати, прикольный вид такой, да. Ну, короче, здесь охраны нет, значит, проезжаем, пацаны. Чё мы здесь, много помнём, что ли? У нас тут, блин, мопед, ё-моё, тут скутер, блин. Тут чем это, чем помешает-то, ё-моё? Короче, лютый продубас, пацаны. Если на великах ездить, значит, можно и на мопедке прокатиться, я так думаю. А чё, почему бы и нет? Прикольный вид, да, ребята? Вообще классно. Вообще бомбический вид. Прикиньте, если съехать, вообще трэш будет. Тут температура, кстати, очень комфортная. Квадрокоптеры пускают или что это? Съемка видео, да, у вас? На YouTube есть канал какой-нибудь? Будете делать, а посмотреть как можно? Ага, понял. А, ну классные места здесь, я знаю, да, тоже катаюсь. Так, ребята, поехали. Ну вот прикольное вот это вот прям местечко, смотрите. Вообще прям классное. Ну сюда хоть въезд и запрещен, но я думаю, блин, не идти же мне столько пешком такое расстояние. Вот. Вообще кайф, да? Ребята. Сфоткайся. Сфоткайся без проблем. Сфоткайся, что? Сфоткай, сфоткай, да. Прикольно.
Только не укатись, самое главное. А что, пацана, сфоткайте тоже. Иди, садись. Скажешь там, как будто катался, сюда приезжал. Ну да, вот на левую ручку жми, да. О, нормально. Осторожнее, осторожнее, да-да-да. Да я просто катаюсь, видосики снимаю. Вот. Куда поедешь? А куда туда? Это куда вниз? Да не это что, а потом куда там дорога, ты что там? А? Не, прокатиться не дам мне. А? Да не это что, не это что. Ладно, счастливо. Так, ребята, в общем, весело. Поехали идти дальше. Не, ребята, я бы, конечно, дал прокатиться, если бы люди были бы реально трезвые. Вот. Не, ну я вообще, да, трэш, пацаны. Надо же, блин, в такое место заехать, блин, на мопеде. Вообще трэшняк. Но здесь, конечно, я уже, наверное, пацаны, не рискну. Здесь, конечно, я уже не рискну проезжать. Потому что я сюда уже не спущусь, только пешочком. Только пешочком, друзья. Блин, а я ведь надеялся, то, что я заеду прямо на вот эту самую высокую точку. Но, увы. Потому что здесь каменный подъем очень крутой. Можно, если попробовать там спуститься, проехать вот здесь вот по дорожке и заехать сюда, но опять же, тут вряд ли я поднимусь. Вот. Вообще классное место, прям вообще. Так, ну и все, ребята, поехали. В общем, такое местечко клевое. Я тут пофоткался, посмотрел. Нормально так, впечатлений получил новые. И нормально. В общем, хотел сюда я приехать еще раз, и я сюда приехал. Вот. А так везде дожди идут. Смотрите, везде в основном. Ребята, это будет отдельное видео. Вы когда-нибудь видели близко дикого хорька?
Ай, все, он в норку уполз. Они кусаются, не знаете? Там детки, по-моему, его. Нифига себе. Ребята, хорьки кусаются, не в курсе. Реально, там его детки. Орёк. Да, это его домик, короче, ребята. Да, однако, прикольно. Пешком ходить долго, а вот прокатиться, тут одни хорьки, блин. Одни хорьки, ребята. Понарыли, смотрите, прямо на дороге. Батареи садятся, пацаны, вообще нормально. Столько видеофайлов будет. Так что можно тут несколько серий бахнуть интересных. Смотрите, какое классное место здесь. Не, кстати, вот к людям на мопедах относятся вроде бы нормально, на таких маленьких мопедах. Вот, а вот к байкерам на спортбайках что-то не особо. Да, ребятки, смотрите, какой прям этот прилив воды. Я же говорю, уровень воды очень высокий. Очень высокий уровень воды здесь. Вот тут, кстати, смотрите, скамеечка есть даже. Сурок не подрыл яму для меня, интересно. Чё, прикольно. Здесь можно как бы проехать и вот этой дорогой, которая на 30 километров меньше. Но суть в том, то что если я проеду здесь, вот, то мне там по-любому надо будет пересекать речку, а ее я уже пересечь не смогу, просто тупо по одной причине, то что у меня движок будет полностью в воде. Вот, в принципе, скутерок то у меня не горный, конечно, он не горный, блин. Ну попробуем, что, попробуем. Да, тут, конечно, уклон нормальный, пацаны. Интересно, как я поднимусь в ту гору. Ну, та гора, конечно, побольше, чем это будет. Давайте, ребята, попробуем. Что-то спуститься-то легко будет. Вот подняться. В принципе, должен, что. 80 кубов, в принципе, ребят. Так-то должны вытянуть, да, я думаю. Что-то, блин, что-то не то, блин. Неужели я толкать буду его? Блин, тут еще сурки порыли, понарыли норы. Да. Да, не попасть бы в эту норку. В принципе, на скорости должен зайти, по идее. На Урале так вообще без проблем. А вот на мопеде не знаю. На скутере. На мопеде проще, там первый включил. А тут же нету скоростей. Передач-то нету. Вот. Едем, короче, прямо к берегу, пацаны. Ладно, хоть тормоза хорошие здесь. И легкий он. Мошки летают. Ух ты, сколько много.
О, ребята, вообще кайф. О, тут и рыбачит. Здрасте, рыба-то есть? Рыба-то есть, говорю. А? А-а-а. Прикольное место. Смотрите, какая красота. Да, классное местечко. Сюда проехать вообще, пацаны. Тут я практически не устал, в принципе. Тут я пешком-то и не ходил, блин. Я все время на колесах. Вот, но здесь вот катаются, я знаю, здесь катаются на питбайках. Как бы проблем нет. Классное место. И здесь заводь такая прикольная. Болотце такое. И здесь. Вот, ребята, короче, проехал я все-таки сюда, прям на колесах. Прямо все, я доехал, ребята. Нормально. Тут практически я пешком и не хожу. Смотрите, какая красота. Там рыбаки, там заводь. Вот сюда мы в том году спускались с девушкой и ее сыном. А на Урал, Урал у нас там был наверху. Вот. Ах, опа, Урал, ничего себе. Вот это совпадение, не думаю. Ребят, короче, иду, рассказываю про тот год, 20-й. Иду, короче, хожу вот сюда, вот здесь у нас был Урал наверху стоял. Здесь мы спускались с девушкой, ее сыном. И тут, бац, вижу Урал. Совпадение, не думаю, да? Да, прикольные такие виды здесь. Ну, можно фотки понаделать красивые, ребят. Вот. Я вообще люблю природу, горы люблю, природу люблю. Я вас, ребята, в этом году постараюсь удивить красивыми видами на своем канале. Вот. Так что, кто подписался, того ждут красивые виды, природные местности. Вот большие горы. Но только, ребят, чуть-чуть попозже. Вот. Чуть попозже. Это все будет, но чуть попозже. Так что вот так вот. А тут караси, да, одни? Или карпы, там караси? А? А, все подряд, и даже карп есть? Ничего себе. Да, нормально вы это, зарядились. Значит, серьезный будет улов. Не, классно, классно. Я тоже так-то люблю на рыбалку, только времени нет порыбачить. А вот вид хороший. Ну да. Солнышко сфотографирую. А так-то большие вообще здесь как, нет? Ага. Ничего себе. А я пройду вон туда, посмотрю, там красивый обрывчик, пофотка. Да, друзья, вид тут, конечно, классный. Я люблю вот так вот походить, посмотреть. Я, короче, пацаны, хожу, брожу. Вот, так тут такой крутой овраг. Встретил мужичка, рыбачка. Ничего себе. Офигеть. Нормально, прикольно, ребята, прикольно. Смотрите, ребят, какой обрыв. Вообще классно. Уже темнеет, я не знаю, когда я приеду домой. Мне очень далеко ехать там по объездной дороге, потому что я через реку не проеду. О,
Вот такие камнепады, пацаны, отсюда падают. Если так вот по башке прилетит, считай, бай-бай. Все. По дыньке прилетит и уснешь. Да, классный. Опа, ничего себе рыбка. Щука. Офигеть. Да, рыбка тут есть, пацаны. Однозначно. Прикольное место. Опа, и здесь рыба. А здесь вообще здоровая. Офигеть. Ее бы не так давно, в принципе, выбросило. Да, выбрасывает сюда маленько рыбу, это, рыбешек. Запах тухлятины. Вообще трэш. Вообще трэш. О, бля. Вообще жестко. Доска лежит, гвоздь. Загнул. Тут вдруг кто наступит. Блин, прикольно. Прикольное местечко. Ну, красивое. Сегодня ветра нету. Сегодня классно на улице. Вот. Погодка вообще классная. Особо волн нету, нормально. Ладно, хорошей рыбалки вам. А вы в интернете видео видели, там один, вот, и, вот если так чисто там это, поприкалываться, там один парень из Москвы, короче, на ютубе называется видео, а ловлю, короче, на котлеты, на пельмени, он там рыбаков там разыгрывал. Мы с батей смотрим там, ржем с ним, вообще, так вот, если... Ну, время будет, можете там посмотреть, как там разыгрывает он, вообще классно. Ладно, счастливо вам. Кстати, ребята, Борода ТВ, там видео, которое ловит на котлеты, вообще классные видосики. Я посмотрел, вообще прям со смеху упал. На котлету, говорит, ловит, вообще. Так, ну что, мы поднимемся, не поднимемся? Итак, друзья, сейчас будет самое сложное — подняться и выехать туда, откуда мы заехали. Это просто будет что-то с чем-то. Не знаю, вытянет ли меня этот мопед. Посмотрим. Давайте делаем ставки. Я весь потел, пока ходил. Ну что, ребята, погнали! Главное, набрать скорости надо. Давай, давай, блин! Набрать надо, главное, скорости, и тогда можно заехать. Газ в пол, естественно. Давай, вот главное в эту заехать, блин. Нет, пацаны, не могу заехать, прикиньте. Офигеть. Я иду как черепаха. Надо заезжать под уклоном, пацаны. Лишь бы не попасть в норку, в Барсутскую.
Офигеть! Довольно-таки крутой подъем. Офигеть, пацаны, у меня сцепление дымится. У меня сцепление дымится, пацаны, смотрите. Ремень горит. Вот это трэш. Ладно, легче будет подтолкать его, чем своим весом сидеть. Сцепление сразу задымилось, хотя он у меня стоял, остыл. Минут 20, наверное, ходил. Вообще трэш. Вообще трэш. Ну правильно, я ему газ в пол как дал. Газ полаз. Ну все. Сейчас вот потихонечку оно остынет. Блин, лишь бы не спалить, а. Не спалить бы лишь бы. Офигеть. Сцепа дымится конкретно. Я представляю, какая там температура. Что ж, ремень горит. Ну вообще трэш. Фу, блин, еще эти мошки. Блин, визор надо закрыть. Да, блин, на скутере так в такую гору-то, ребята, это трудно подняться. Тут можно спалить, как говорится, ремень на вариаторе. Это жестко, это вам не шутки. Давай, расцепись там. Я накатом. Не, накатом не пойду. Это ж какая там температура была, что там дымище повалило лютое. Охренеть. Заеду или я вообще в эту гору, ребята? Если только толкать, блин, его. А на улице уже темнеет. Ну как, солнце скоро сядет. А мне еще ехать тоже нормальное такое количество километров. По трассе-то ерунда. А вот здесь вот надо тоже заехать, блин. Вообще трэш, пацаны. Вообще трэш. Так, ну ладно, давайте набираем оборотов. Потому что я чувствую... Так, я по этой дороге поехал, нет? Ну там реально крутая гора была, пацаны. Там просто ремень пробуксовал, видать. И поэтому он... А сейчас он горячий, сейчас он, наверное, не будет пробуксовывать. Ну давайте, пацаны, просто разогрели, как говорится, вариатор, да? Опять газ в пол, пацаны, у меня. Офигеть, вот эта гора. Лишь бы вариатор не отказал, блин, на скутере. Лишь бы ремень не сгорел. Вот эта горочка. Что там, дымится, не дымится? Ну, температура вообще жесткая. Пускай остынет. Температура жесткая вообще. Вообще трэш, пацаны. Хотя бы минут 5 надо постоять, чтоб остыл. Что там, сейчас дождь начнется. Смотрите, там ливень идет. А если дождь начнется, мне надо отсюда выбраться как можно скорее. Иначе все... Иначе, пацаны, от жара гуджу будет. То, что по объездной. А так вряд ли, конечно, я заеду. Тут даже можно не пытаться, пацаны, заезжать. В принципе, сидя. Вообще смысла нету. Тут легче пешочком дойти. И он буксует, к тому же. Смотрите, со второй камеры вид.
Вообще, треш, спуститься легко, вот подняться самое трудное. Вообще, треш, я-то сам еле поднимаюсь. Представляю, каково ему. Не, ну свой вес он легко тащит. А вот мой 100 килограмм, трудно очень. Вообще жестко. Вообще жестко. Блин, вообще жестко. Фу, блин. Вот это горочка. Вот это горочка. Блин, тут камни одни. Все-таки потолкать пришлось. Фу, блин. Фу. 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 Я сегодня ничего не хавал, пацаны. С самого утра так чисто морсик попил. Фу. Вообще трэш. Вот это трэш. Ладно, хоть вода с собой есть. Давайте так. Давай, скутерочек, тащи меня. Не. Тут он буксует. Не, он буксует, видно. Там еще другой подъем, самый затяжной, самый огромный, тоже щебеночный, каменистый. Я не знаю, как я туда заеду. Это будет трэш. Это будет трэш. Пацаны. Вообще. Фу. Набрать скорость. Покуда можно. Давайте попробуем. Еще маленько отдышусь. Там вот как назло туманище, наверное, ливень пойдет. Фу. Ну давайте, пацаны. Фу, все. Набираем скорость. Тут еще норы от этого. От сурка. День сурка, блин. На Урале бы без проблем заехал. Давай, 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 давай. Братан, давай. Тащи меня. Пожалуйста. Не хочу тебя толкать. Тащи. Давай, давай, братан. Вот уже глохнет. Наверное, перегревается. Все, пацаны. Короче, заглох я. Не заехал. Может, перегрелся. Ну-ка. Не. Скорее всего, бензина не хватило. Уровень. Вот. Ну ладно, здесь херня. Здесь затолкаем. Здесь ерунда. Сейчас остынет. И поедем. Фу, блин. Вот это трэш. Трешняк.
Фу, я весь мокрый. Кто бы знал. Фу, спину растянул маленько. Короче, надо водички попить. Вот это жестко, пацаны. Представляете? Это спуститься туда, вниз. И, короче, обратно подниматься. Практически его толкаю, блин. Потому что мой вес 100 килограмм, он не тащит реально. Там вариатор сразу начинает дымиться, он греется. Вообще ничего нет, я поехал просто чисто так. А домой мне ехать еще 100 км. Вот. Солнце на закате, садится. Короче, погнали, пацаны, бам-бам-бам, кипас. Good, very good. С меня пот херачит градом. Вообще жестко. Ну, что ж делать, поехали, ребята. Поехали. Ну давай, братан, вытягивай меня отсюда. Сколько там бенза? Бенза нормально, больше, чем полбака. У меня еще литр в запасе. Че ж ты, братан, ты заглох? А? Видимо, нагрелся. Видимо, да, горячий, как пельмень. Горячий, как пельмень. Вот я сказанул, а. Горячий, как пельмень. Давай, братух, погнали. О, сейчас ты на ходу остынешь. Ты же принудиловка. Уже прохладно. Давай, давай, сейчас сильно я не буду ехать. Пусть застынет вариатор и сам цилиндр. На улице уже прохладно, градусов, не знаю, судя по тому, что я весь мокрый. Не знаю, пацаны, сколько градусов. Блин. Ну, 20, может быть, от силы максимум, я уже не соображаю. У меня уже тупит. Как говорится, процессор перегружен, требуется перезагрузка. Вот-вот, он что-то вдруг-джух-джух, что-то не хочет, ну, короче. Короче, даем ему остыть, сейчас мы будем все время ехать под гору. Даем ему остыть, потому что перегреть, в принципе, в принудиловку нереально. Вот, пацаны, опять, прикиньте. Все, я встал, ребята, прикиньте. Прикиньте, пацаны, я встал. Что ж такое может быть? Может, шланг слетел с краника вакуумного, с цилиндра, может, от нагревов. Наверное, когда он буксовал, движок-то дергался. Ну-ка. Не, он на месте. Пережатый, ничего не пережатое. Все нормально. Фу, странная фигня. Короче, надо поссать. В принципе, можно его раскочегарить. Сейчас он под гору пойдет, как миленький. Как миленький. На улице уже не жарко. Просто что с ним может быть, я просто не знаю, пацаны. Потому что, почему я не знаю? Потому что я знаю, я движок делал. Вот. Клапана, зазоры, все нормально там. Все там по кайфу. Нам надо разогнаться сейчас. Хорошенько. О, вообще классно. И он на скорости остынет.
То есть разогнались, газку дали, дали газку. Дали! О, камон, дали! Песня такая есть, пацаны, знаете? Из далеких 2000-х. Дали! По-моему, украинская, ой, украинская, говорю, французская. Ну, французский исполнитель. Давай, братуха, братуха! Сейчас ты остынешь быстро. Вот, газку подаю и отпускаю. И вот так вот, ребята. Давай, братанчик, давай, братанчик. Тебе еще 80 километров надо пилить, как минимум. По объездной. Опять тут мошки. Закроем визор. Блин, залетело прям под визор. Иди нахер отсюда. Блин, другие прилетели. Да что такое, блин, нахер? Вообще, пацаны, я уже вообще просто жесть. Сегодня целый день, вот, ребят, не представляете? Устроил себе выходной. Вот, ребята, мой выходной. Вот он. С 18 апреля, как начал работать с машиной. И вот он, мой выходной. Первый выходной был мототуса. Второй выходной, вот он сегодня. Когда мототуса была? Месяц назад, блин, 29 по 30. Больше месяца не отдыхал. Ну и все, ребята, он остыл и он едет. Как ни странно. Может, что попало? Кто назовет причину? Причина неизвестна, вакуумный краник тоже новый. Правда, он старенький. На нем, ну, пробег маленький, но вот сколько он стоял. 4, ну, не знаю, с какого, с 15-го года, что ли. С 16-го, наверное. Потому что в 15-м осени я погнул колесо, задний диск, и забросил его. Ну, все равно, блин, 6, а считай, 6, 15, осень, 5 зим, 6 зим, 6 зим, короче. Но я его иногда запускал, мотор, иногда. Но последние 3 года не запускал. Ну, периодически подпинывал, короче, его, но не запускал. Вообще, прям как кайф, друзья. Но все равно я ему сейчас дам, короче, это. Блин, как камешек. Прям аж, блин. Моя управляемость, где ты? Что там с колесами, нормально все? У него база коротенькая, поэтому в случае какая неровность... Его кидает ужасно. Плюс такая резина, которая стоит спереди. Это просто трэш. Это просто трэш, а не резина. Вообще трэш. И жесткая подвеска дубовая. Вообще кайф. Вообще кайф. Я хотел еще туда вниз спуститься, помните, да? Когда я начал сюда ехать. Но я чувствую, не буду спускаться, пацаны. Не, все-таки, пацаны, наверное, надо ехать. Пока едет, надо ехать. Все, чики-бомбони. Все, Джара Гуджу. Вот туда я хотел, но уже не поеду, пацаны. Не буду рисковать. Давайте я сейчас разгонюсь маленько, вариатор отпустит, и я заглушу мотор. Но
Не отпускает, блин. Все, отпустил. Но скорости уже нет. Короче, один хер, надо остановиться, застегнуться. Короче, друзья, вот такая вот была покатушка, пацаны. Сейчас уже садится солнце. Вот. Я весь, короче, сегодня умотался. Ну как умотался? Я такой человек, я всегда на позитиве, пацаны. Всегда, скажем так, бам-бам-бам, да, кипаса, вот скажем так. Я никогда не грущу, даже меня вот эта обстановка, то, что было, оно меня как бы не угнетает, я не стараюсь не грустить. Просто, ребята, когда у вас что-то не получается, когда вы остановились где-нибудь, смотрите, вы измените отношение к своей, как бы, к своей проблеме, и все. Отношение к своей проблеме. И все. Все, пацаны, я застегнулся. Все, бам-бам-бам, я воды попил, полбутылки выпил. Колеса нормальные.